Всем доброго утра и прекрасное настроение. Да, а здесь уже не так уж и жарко. Детей надо с утра одевать. Знаете, где на улице жарко, а вот квартира такая темная, свет не солнечный не приходит, и вот одела их с утра. Варя, скоро бабуля уезжает через час. Через час? Ты хочешь, чтобы бабуля уехала? Не-а. Почему, мой сладкий? Потому что... Скажи. Тут все есть. А бабуля уедет? Потому что там вот много денег. Да, бабуля уедет, и вы останетесь бабушкой Ирмой. Да. Я их накормила, а сейчас готовлю мерджинг. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Да, мои дорогие. Готовлю мерджимик. Перед дорогой мы хотим покушать, а то по ресторанам ходим. Хочется жиденького что-то. Вот почти готов наш супчик. А на завтрак я детям такие гренки приготовила с яйцом. Детей так принимают. Все знакомые пакетами приносят разные вкусняшки. Ну, естественно, они сразу не кушают. И оставили и возвращаемся со Шкивом домой. Прощай, Люли-Бургас. Нам здесь со Шкивом очень понравилось. Едем мы в Чёрну. Оставили внуков, плакать хочется. Ой, друзья мои. Ну, жизнь такова. Друзья мои, мы возвращаемся домой уже в автобусе. Как раз сели в автобусе на те места, где ехали с детьми. Ой, как мне тяжело, и если бы вы знали. Они так меня расцеловали перед дорогой, когда прощались. Мария так ласками смотрела на меня. Ирмочка поцеловала, но они еще не понимают. Деми говорит, а кто нас будет душ купать и кормить? Деми. А я говорю, тебе будет бабушка кормить и купать. В общем, друзья, это очень сложно. И дочь моя наревелась по телефону. Говорит, мама, говорит, когда они у тебя были, я, говорит, такая была спокойная, говорит, ты не беспокойся, еще лучше им будет у другой бабушки. Так что ко всему человек привыкает, к расставаниям, да. Ну вот начинается и новый этап моей жизни с моим мужем. И мы будем мы с ним очень счастливыми, потому что мой муж самый замечательный человек. Вы представляете, мы когда шли с ним до автобуса, заглянули в тот магазин, где он мне раньше покупал обувь. У Мерси не такой, нету марки.
Я вам потом дома покажу, какие туфлики он мне купил. Егорашка говорит, ты помнишь эти розовые? Может, вы видели мое их видео на каблучке? Они кожаные, качественные вообще. Ну вот такая фирма продает костюмы мужские там, а женской обуви нет у нас, мерсине. Извините, такой голос, но я рассказываю, шепотом говорю. И, мои хорошие, я так просто мужу намекнула, говорю, ой, ты помнишь, говорю, ты мне покупал 4 года назад в этом магазине обувь. Он говорит, давай зайдем. Я говорю, на осень. Хотелось бы. Начала смотреть. И смотрю всегда на него. Вы понимаете, он, у него такой характер, что если будешь нагло действовать и просить так нагло, ничего не получишь. Я уже знаю своего, выучила наизусть. Я так небрежно смотрю, он говорит, померяю. Я говорю, да, померяю, с удовольствием. Померила, перемерила. А у нас много времени-то не было, мы спешили на автобус. Сейчас переверну камеру и хочется вам Стамбул показать тоже. Заезжаем в Стамбул. И мы, я начала мерить одну пару. Очень мне понравились там туфелики. И он говорит, помери вторую тоже. Одни такие на выход взяла, а одни каждый след. Так что вот так вот у меня такие впечатления хорошие остались от Люли-Бургаза, хотя мы так мало времени были там, но зато успели и шопинг сделать. Так что вот такие вот новости, друзья мои. Едем, едем, едем. Возвращаемся в свой Мерси. Как они говорят, правильно говорят, что где нехорошо, а дома лучше. А дома меня ждет сейчас уборка, потому что я в таком хаосе оставила квартиру. Только занималась я, сами знаете, готовкой, детьми, чемоданами и на ходу оделась. Так что меня ждет. Много чего ждет. Друзья мои, мы приближаемся к Мерсину,
И вот посмотрите, какое красивое место, вот остановка, где люди могут сходить в туалет, умыться, покушать. И я просто не могла его не снять. Называется оно Туана, там написано. Вот, посмотрите, прохладненько. Да, осень пришла. Осень пришла, пойдем мы сейчас посмотрим, что там интересного. Ой, так спала, отключаюсь с дороги. Меня укачивает или что, не понимаю. Я засыпаю сразу. Доброе утро, друзья мои. Приехали мы в Мерси, на автовокзал Мешок называется. Ждем нашего автобуса. Как нехорошо в гостях, дома лучше всех. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.